Итак, всем привет! С вами Ореховая Дина, и мы с вами в очередной раз будем говорить о диагностике совместимости. Итак, перед нами цифры. Это дата рождения, конкретно женщины. Вы знаете, что с рождением в человеке заложена определенная генетическая программа? Это не хорошо и не плохо. Почему? Потому что у каждого из нас есть своя миссия на Земле. К чему я это все говорю? По дате рождения можно сказать о человеке очень многое. Вернемся к нашим цифрам. О чем они говорят? А говорят они о том, что наша девушка достаточно жесткая и достаточно властная. Мужчину слабого ей не хочется, а сильные ее заверстучивают и обходят стороной. Что же делать? Как обрести счастье в любви? Зная свою диагностику, свои сильные и слабые стороны, можно корректировать силу, например, лидерства в своем характере или усиливать свою слабую женственность для того, чтобы ролевые функции все-таки в семье не нарушались. Диагностика совместимости поможет вам лучше узнать о себе и о своем партнере. Пусть ваш союз будет счастливым и гармоничным. С верой в ваше счастье, Орехова Дина. Расправь свои крылья, ведь ты же хотела сада другого тень.